Всем привет, дорогие подписчики и зрители канала. С вами снова Зарбаба, и сегодня мы с вами начинаем проходить игрушку по заявочке Hollow Knight. Напомню тем, кто не знает, а может кто знает, но забыл. Заявочки свои можете оставлять в нашей группе ВКонтакте. Там, конечно же, весь списочек остается. По возможности я все заявочки буду проходить, как только будет появляться на них время и денежка. Данную игрушку предложил Максим Овечкин. Спасибо ему большое за эту игрушечку, за то, что он предложил ее. Давайте же на нее посмотрим. Чем-то очень похоже на Ori and the Blind Forest. Это 2D-платформер. Давайте скорее начинать. Не забывайте ставить свои лайки, писать свое мнение в комментариях. Ну а мы начинаем. Всем приятного просмотра. Поехали. Они среди этих пустошей со скорбью и почтением произносят твое имя. Души наши были дикими, пока ты не принял вызов силами своими. Мы получили искупление. Твой бледный взор учил нас, начал изменять. Мир, дарованный жукам и зверям, был тем, о чем никто не мог мечтать. И скорбная песня Hollow Nesta, учителя Манамон. Ну что ж, мы начинаем. Это наш герой. Я немножко поиграл. У меня были проблемы с русским языком, но вроде сейчас все наладилось. Плюс ко всему, никак не мог запустить игру через стимовский геймпад, но вроде сейчас тоже все пошло нормально. Игра от Team Cherry. Знаю пока, куда идти. Это у нас с вами так называемые... души. Чем-то это будет похоже на Dark Souls. Честно. Я сам, конечно, от этого не ожидал, но игрушка очень будет похожа на Dark Souls. После смерти надо будет успеть забрать свои души. Я, правда, не знаю пока еще, для чего они нужны, но я думаю, мы в скором времени об этом узнаем. Здесь мне нравится, кстати, еще музыка классная. Кстати, напомню, что в нашей группе ВК вы можете скачать саундтреки многих игр. Так что заглядывайте на нашу страничку ВКонтакте. Высшие существа, эти слова для вас.
Ваша великая сила отличает вас от нас. Сфокусируйте свою душу, и ты достигнешь таких высот, о которых не смел и мечтать. Собирайте души, поражая врагов. Как только будет собрано достаточно душ, удерживайте Б, чтобы сфокусировать души и излечиться. Хорошо. Опс, получил. Вот как раз заодно давайте проверим. Фокусировочку. Живы-здоровы. Тихо, давай сюда лети. Отличненько. Тихо. Ох ты, я получил, блин, от камня. Вот это вот здорово. Это было немножечко неожиданно. Ну да ладно. Плохой камень. Еще у нас с вами две халявные душечки. Две жизни. Правда, они все временные. Воу! Вот это вот я забыл. А вот если бы я нормально смог бы спрыгнуть, то как раз бы сюда бы и запрыгнул. Ну, теперь уже поздно. Ох ты, блин! Ну вот. Заронился. Ну ладно, бывает. Тут очень много таких лазеек. Интересно, смогу я допрыгнуть? Нет, не смог. Жалко. А там тоже что-то интересное есть. Но уже не фонтан туда будет попасть. Вы существа, слова для вас. Пересекая эту точку, вы входите в земли короля и творца. Переступите порог и подчинитесь нашим законам. Стань свидетелем последней и единственной цивилизации Вечного Королевства. Халлоунеста. Окей, Халлоунеста. Вот до сюда примерно я и дошел, пока тестировал все это, пока разбирался с русским языком, пока разбирался с геймпадом. Дальше я никуда не ходил. Дёртмов, увядающий город. Приветствую, путешественник. Боюсь, что только я могу поприветствовать тебя. Как видишь, наш город опустел. Это старейшина. Остальные жители, они все исчезли. Один за другим они спустились в пещеры ниже. Раньше под нашим городом было великое королевство. Оно давно рухнуло, но все еще привлекает народ в свои глубины. Богатство, слава, просветление. Эта темнота, кажется, обещает все. Я уверен, что ты тоже ищешь там свои мечты. Следи за собой. Болезненный воздух, который заполняет это место, многих существ он сводит с ума, путешественники же лишаются воспоминаний. Возможно, грезы не такая уж великая вещь. Окей. Это у нас с вами сохраняшка. Пошли пока дальше. Скоро открываемся, чтобы пополнить запасы ваших карт. Изельда и Карнифер. Окей. Изельда. Ха.
Оба-на. И сразу вниз. А наверх я могу вернуться? Наверх. Да, могу. Забытое распутье. Тогда надо, получается, перепрыгнуть. А, нет, спасибо, нормально и так. Что у нас с этой стороны? Каменная дверь с простым замком. Но мне ее не открыть, да? Ну окей. Вниз так вниз, я же не против. В какую степь только нам идти? Забытое распутье. Налево. Или направо? Пойдем направо. Понял. Так, а тут я все посмотрел внимательно, да? Да, кстати, враги здесь резаются. Как в Dark Souls. Поэтому я и говорю, что многие моменты здесь схожи с Dark Souls. Войти. Ну давай войдем. Храм Черного Яйца. Приветствую! Да чего приятно встретить другого странника на этих забытых перепутьях. Ты низкого роста, но в тебе видна сила. Ну, спасибо. Я Квирл. У меня что-то вроде одержимости неизведанными местами. Это древнее королевство хранит множество удивительных загадок, и одна из наиболее интригующих стоит прямо перед нами. Великое каменное яйцо, лежащее в развалинах древнего королевства. И оно теплое. Определенно создает уникальную атмосферу. Возможно ли открыть его? По всей поверхности странные отметины. Я действительно люблю загадки. И кто знает, какие еще чудеса ожидают еще глубже, внизу. Символы. Но я, в принципе, тоже вижу символы. Этот символ вот слева похож на голову пришельца. Хотя он даже, возможно, похож на твою вон голову. Ну прям реально на твою шляпу похож, смотри. Точь в точь. А, и все, да? Здесь только храм, и больше ничего нет. Ну окей. А может, еще раз можно поговорить? Так давно меня тянуло сюда. Столько сказаний, полных чудес и ужасов. Не могу больше сопротивляться. Я просто должен увидеть все сам. И какое время я выбрал, чтобы явиться? Мертвый мир начинает возрождаться к жизни. Существа раздражены, земля дрожит, воздух такой плотный. Интересно, что привело ко всему этому? Не знаю. Что еще скажешь? Чтобы продолжать упорствовать в этих руинах, этого старого гвоздя может быть недостаточно. Но это не проблема. Достаточно поглядеть вокруг. Какого старого гвоздя? Многие приходили сюда и встретили здесь свой жуткий конец, подготовленный куда лучше нас с тобой. Уверен, они не будут против, если другой исследователь заберет их экипировку. Это даже мило. Мертвым не следует беспокоиться из-за таких вещей. Каких вещей? Ты, может, мне что дашь, какую экипировочку, нет? Ты прошел город наверху? Что за мрачное местечко? И такое величие спрятано прямо под нами. Думаю, поэтому все направлялись сюда. Кто сможет устоять перед такими возможностями? Короче, ты мне ничего интересного больше не расскажешь, да? Ну ладно. Окей, пойдем дальше. Так. Ко мне, таракан, даже не подходи. Это вообще какой-то носорог. Оу, во-во, вот это вот здорово, да?
красавчик. Ладно. Фокусируемся. Это он тоже упадет, это я вижу. Тут не запрыгнет. Ну окей. Так. Направо или вниз? Какие варианты? Давай вниз. Как это шахта? Кто-то песенки поет? Ты опасный? Нет, слушать. Оу, храни мою мать, бледную хрупкую, отца закопай с его глазами закрытыми. Сестер моих ты попарно зарой и закончишь, когда похоронишь меня. Ха, ты знаешь эту? Одна из моих любимых. Мы можем спеть что-то другое, если ты хочешь. Ты начни, а я подпою. Спорю, у тебя прекрасный голос. Да, прекрасный. Ты зачем здесь? Если ты хочешь разбогатеть, просто оглядись вокруг. Эти шахты полны богатств. Здесь хватит на каждого. Просто возьми кирку и присоединяйся. Похорони рыцаря со сломанным гвоздем. Жрицу похороните. Что-то про корону. Я не могу вспомнить остальное. Ха-ха. Может, просто стоит напевать? Пой, пой. Ладно, какой-то лифт. Это что такое еще? О, класс. На халяву можно восполнить. Ладно, пусть еще остается пока. Так, а лифт вернется? А, он уже вернулся. Класс. И что? Здесь тупик? Походу, мне не хватает силёнок, я что-то не умею. Значит, нам сюда пока рано идти. Ну, хорошо. А выше ты меня не поднимаешь. Ну, ладно. Значит, нам в этой шахте с вами делать пока абсолютно нечего. Да лезь ты наверх, ну. Тогда пока сюда не пойдем. Пойдем тогда все обследуем правую сторону, а потом уже полезем налево. О, ё-моё. Ты кто? Оу-оу-оу, красавчик! Какой ты шустрый! Всё-всё-всё, понял, чувак, подожди. Я сейчас подлечусь. Тихо. Понял. О-хо-хо-хо, сдох. Красавчик. Фух. Да уж. Миленький босик. Ты кто такой? Хм, интересно. Ну ладно. Кого-то мы освободили. Так, хорошо. Идем тогда сюда. Здесь мы все уже везде посмотрели.
Вот это мне совсем не нравится. Какие-то таракашки будут мне еще, блин, жизни лишать. Ага. Можно вниз, да, прыгнуть? Здорово, носорог. Ну, я так полагаю, можно вниз. Ты тоже какой-то опасный. О-ху-ху. Ничего себе. Да, опасный парень. Прыгун. У нас еще с вами был путь вниз. Но пока вниз не пойдем. Сейчас тут везде все посмотрим. Еще один. Ничего себе. Засранец. Так, подожди, мелкий, как тогда ты до тебя допрыгнуть-то? Я тут не смогу. Я не смогу, дружище. Не-а. Давай пока наверх. Ладно, я разобрался в плане, что это не души. Все-таки это какие-то непонятные типа монетки. Души — это то, что у нас собирается вот в этом, в белом большом форме нашего лица. С этим понятно. Зачем тогда вот это вот все я собираю? Никаких механизмов, ничего нет. Хм. Кто-то еще и пукает. Ладно, вот сначала вниз сходим, посмотрим, что там у нас интересного есть. Ё-моё. Забыл я про тебя. Ладно, сейчас душ-то накопим однозначно. Накопили. Не знаю, чего, как тебе помочь. Не знаю. До тебя не смогу допрыгнуть. Опс. Вот вовремя спрыгнул. Ну что, вниз тогда давай. Интересно, я смогу потом наверх забраться? Да, могу спокойно. Ну окей. Хорошо. А, так здесь тупик. Ха-ха. Да. Ну ладно, значит получается у меня путь только сюда. Все рушим, все ломаем. Ничего не жалеем.
Есть еще какой-то инвентарь. Старинный гвоздь. Фокус. Вот чего-то, получается, у меня нет. Нажмите X, традиционное оружие Хэллоуэнста. Его острие затупилось со временем. Это удерживайте Б. Окей. Ну хорошо. Куда мы идем здесь? Вниз, наверх? Давай пока туда вниз. Тихо. Ну смотри, получается, мы можем еще ниже опуститься, да? Здесь вроде я не видел. Иди сюда. Пчела непонятная. Пчелоподобное существо. Вот так, отлично. Летает здесь и мешается. Странный ты какой-то. Смотри, у нас получается здесь есть проход, да? А отсюда мы пришли. Давай тогда проверим весь верх. Матка, иди сюда. Я что, успел два раза ударить, что ли? Тихо. Хорош пукать. Вот распукались. Проход здесь есть. И проход здесь есть. И, в принципе, получается все. Да хватит пукать-то! Распукалась. Это так пчела это или муха это пукает. Где мы здесь выходим? Ох ты! Так, давай, сфокусируемся. А, так мы вышли, в принципе, уже все. Здесь выход. Там мы с вами все были, там, по-моему, мы все с вами посмотрели. Там у нас есть спуск вниз, но там везде закрыты двери. Хорошо. У нас пока здесь все замыкается. Значит, правую сторону все входы мы с вами посмотрели. Давайте пересмотреть в левую сторону. Хорош пукать, блин. Что у нас здесь? Угу. А, так, ух, нифига, сколько у тебя червяков-то, слышь? А, это мне? Награда? Я там еще одного видел. Но я только, правда, не могу до него допрыгнуть, так что я не знаю, что с ним делать пока. Я думал, ты меня чему-нибудь научишь. Но тут как-то без вариантов.
Так, смотри, значит... Там мы посмотрели все. Что у нас с этой стороны? Еще у нас есть путь вниз. Изучить. Путь пилигрима. Путешественники Холлоунеста, пробирающиеся сквозь зеленеющие дебри и грибковые рощи к городу, лежащему в сердце королевства, там все желания будут исполнены и все тайны станут явью. Да, спасибо, я уже понял. Какой-то еще босс. Понятно. Мне пока сюда тоже рано. Ну, остается только пока один путь. Это в самый низ. А, нет, еще что-то тут есть. Так, еще одно летающее осталось. Во. Спасибо. Так, ну это понятно, это души. Восстанавливать это мне пока не надо. У меня пока хватает. Блин, а здесь я тоже не пройду. Как ни крутись. Ну, значит, только один путь. Вниз. Больше пока я вариантов не вижу. У нас... Ничего больше нет, так никаких возможностей. Не выше прыгать. Пошли вниз. А, ты тоже босс? Нет, слушать. О, Ах, приветствую. Спуститься сюда и исследовать эти прекрасные старые развалины? Не обращай на меня внимания. Я и сам люблю исследовать. Потеряться, отыскать путь вновь – это удовольствие, несравнимо ни с чем иным. Нам с тобой несказанно повезло. Я картограф по профессии и работаю над нанесением этой местности на карту. Не желаешь приобрести копию моей работы? Купить карту местности. А, так это деньги все-таки, действительно. Давай купим без проблем. Получена карта. ЛБ удерживать, чтобы посмотреть карту текущей местности. Вот карта это хорошо. Карта может быть очень полезной, но сама по себе она не покажет, где ты находишься. Если ты не силен в ориентировании, предлагаю тебе приобрести компас у моей жены Изельды. Она как раз открывает наш новый магазин в Дёртмофе. Продает всевозможные полезные вещицы для странников вроде тебя. Она также иногда продает мои старые карты время от времени. Я возвращаюсь, чтобы увидеться с ней, когда заканчиваю наносить область на карту. Она всегда так рада видеть меня. Ага, хорошо. Ну, в принципе-то я понял, наверное, расположение данной карты. Да? Или не понял? Интересно, твоя карта, она как-нибудь... Ну, записывается по-другому? Продолжается? Или мне надо с тобой разговаривать, а не постоянно, что ты ее записывал? О, кстати, я ведь не представился, нет? Да, приношу свои извинения. Когда проводишь много времени с самим собой, со своими мыслями, забываешь тонкости беседы. Меня зовут Карнифер, и я всегда любил исследовать мир. Что ж, стоило мне вылупиться, я незамедлительно удрал, оставив своих братьев, сестер и бедную матушку позади. Вот почему и перебрался со своей женой в Дёртмоф так скоро, как смог. Гигантское, бесконечное королевство прямо за нашим порогом. Кто сможет устоять? В любом случае, оставляю тебя с твоим приключением. С толикой удачи нам удастся встретиться вновь. Будь здоров и прощай. Прощай. Так. А с этой стороны что у нас есть? Ага. В принципе, получается два пути. Давай пока сюда.
Направо. Правда, пока по этой карте совсем непонятно. Или мне все-таки лучше пойти налево? Ой-ой-ой, как неудобно-то. Ой-ой-ой-ой. А хотя, смотри, в принципе, я-то собрался. Что за бред? Это босс? Ох, ты получил звездюлей. Сейчас. Спасибо, меня выпустили. Я чё хотел вернуться-то? Я ж там монетки не собирал. О. Так, понятно. Нифига себе. Долбился, долбился и вдолбился куда-то. Какой-то тайный проход. Ха. Неинтересно. Ну-ка, что у нас здесь? Ну, хотя бы можно отдохнуть. Уже хорошо. Ладно, дорогие друзья, продолжим тогда с вами в следующей серии. На сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, вступайте в группу ВКонтакте. Все ссылочки под видео. С вами был Зарбабай, спасибо за просмотр. Увидимся в следующих прохождениях. Всем пока.